Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Полное собрание сочинений святого Иоанна Златоуста о душевном сокрушении, называется раздел. Издание 1898 года, том 1, книга 1, со 131 по 164 страницу. Начинаем со второго раздела, второй-третий раздел. Что же говорит Христос? Речено «Бысь древним, не убийши, аж же глаголю вам, яко всякий гневающийся на брата своего в суе повинен есть в суду. Иже аще речет брату своему рака, повинен есть сонмищу. Иже речет урод, повинен есть гиене огненной». Матфея, 5 глава, 21-22 стих. Здесь на церковно-славянском, потому что слово разбирается не на русском языке. «Это сказал Христос, а мы, хуже неверующих в Него, попрали этот закон, каждодневно осыпая братьев своих множеством злословий. И особенно смешно то, что, избегая названия «урод», как будто только это слово подлежит наказанию, мы часто наносим ближнему другие, более тяжкие оскорбления». А на самом деле не так. Но Господь дал такое запрещение, угрожая наказанием оскорбителям вообще, как это видно из следующих слов апостола Павла. «Не льстите себе ни блудницы, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложницы, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни досадители, ни хищницы. Царствие Божие не наследуют». 1 Коринфянам 6 глава. 9 стих, 10. «Если же называющий брата своего уродом достоин крайнего наказания, то сколь гиенского огня приготовит себе тот, кто называет его злодеем, или завистливым, или безумным, или тщеславным, и многими другими столь же оскорбительными словами». Слова «урод» и «рака» гораздо легче сказанных теперь. Поэтому Христос, не упоминая о них, указал только на те, чтоб ты знал, что если легчайшее злословие подвергает сказавшего гиене, тем более сделают это более тяжкие и несносные. Если же некоторые допускают в сказанном преувеличение, я знаю, это говорит Златоуст, что некоторые испытывают расположение думать так, будто эта угроза сказана только для того, чтобы устрашить, то следует уже освободить от этого упомянутого наказания самих блудников, мужеложников, малакии и идолослужителей. Если апостол высказал угрозу злоречивым только для страха, то явно, что так же и остальным, потому что он сперва поставил всех вместе, а потом прибавил, что они будут лишены Царствия Божия. Что же скажут, неужели злоречивый станет в ряду с блудником, малакием, лихаимцем и идолослужителем? Одинаковым ли он подвергнется наказанию, это рассмотрим в другое время. А что он одинаково с ними лишится царствия, в этом я верю словам Павла, или лучше сказать, действовавшего через него Христа, то есть что ни те, ни другие царствия Божие не наследуют. И не только касательно этого, но и многих других предметов многие также расположены думать, будто то, о чем в Писании говорится, как имеющая непременно исполнится, сказано преувеличено. Это дьявольская сеть. Чтобы в людях, проникнутых сокрушением по любви к Богу, истребить страх будущего наказания и сделать их менее тщеславными и повинными заповеди, дьявол предложил успокоение в мысли о преувеличении, которое в настоящее время способно обмануть беспечные души. Но будем избегать, изобличены мы в день суда, когда от этого не будет никакой пользы. Что пользы, скажи мне, теперь обманутым узнать этот обман, тогда, когда и покаяние нисколько не будет полезно именно при воскресении. Не станем же тщетно обманывать себя, не будем лжеумствовать на зло себе и навлекать на себя еще другое наказание за неверие. Жесточайшему наказанию подвергает нас не только неисполнение заповедей Христовых, но и неверие им. А неверие происходит от нерадения об исполнении заповедей. И именно когда мы не хотим приобрести себе спокойствие повиновением воли Божией и исполнять заповеданное нам, то, стараясь
отвлечь ум от страха за будущее и отогнать великий страх угрожающих наказаний, мы, подавленные и терзаемые совестью, ввергаемся в другую пропасть, не верим этим наказаниям. Как одержимые сильную горячку, если и бросаются в холодную воду, не ослабевают удушающего их жара, но еще более прибавляют огня себе. Так и мы, уязвленные сознанием своих грехов, заставляем себя погружаться в бездну мысли о преувеличении, чтобы потом безбоязненно предаваться всем грехам. Мы не только гневаемся на присутствующих братьев, но часто враждебно относимся и к отсутствующим. А это верх ожесточения. А тех, кто выше и сильнее нас, мы весьма скромно терпим и обиды, и оскорбления, потому что боимся их. А к равным и низшим, даже и не причинявшим нам никакого огорчения, питаем вражду. Так страх пред людьми действует в нас сильнее страха Христова. Как же мы можем надеяться на спасение, показывая такую беспечность и невнимательность? И от чего это, скажи мне? Что тяжкого, что трудного требует Христос от нас? Не гневайся, говорит Он, на брата твоего, напрасно. А это гораздо легче, нежели терпеть напрасный гнев от другого. Там уже готово вещество для огня, а здесь ты сам зажигаешь пламя. Когда нет и вещества для него, между тем, не все равно, терпеть ли и не воспламеняться, когда другой подносит свечу, или оставаться спокойным и невозмутимым, когда никто не возмущает. Кто вытерпит в первом случае, тот представит доказательство величайшего любомудрия. Но кто сделает последнее, тот не заслужит удивления. Итак, когда мы по страху пред людьми, делая более трудное, не хотим делать менее трудного по страху Божию, то подумай, какому подвергнемся, подвергаем сами себя наказанию и мучению. Притом, почитай братом не только равночастного тебе, не только свободного, но и слугу. О Христе Иисусе по апостолу, ибо нет раба ни свободного. Галатам 3 глава 28 стих. Таким образом, мы подвергаемся одинаковому наказанию, если будем гневаться напрасно и на рабов, потому что и раб есть брат, и удостоился истинной свободы, имея один с нами дух. Кто же может сказать о своей жизни, что она чиста от безрассудного и напрасного злоречия и гнева? Не указывай мне на то, кто предается этому пороку изредка, но покажи такого человека, который бы никогда не предавался ему. А пока не представишь нам этого, до тех пор не можешь отклонить содержащиеся в Писании угрозы под тем предлогом, что пороку этому предаются нечасто, как и вор, и блудник, хотя бы только однажды совершили грех, не освобождаются от наказания, потому что совершили этот грех нечасто, но наказываются за то, что вообще дерзнул на это. А что за этим следует в Евангелии? Того, кто из неверующих не сочтет даже за басню, видя, с каким упорством мы нарушаем это повеление. Бог сказал, если принесешь дар твой к алтарю, и тут вспомни, что брат твой имеет нечто на тебя, оставь дар твой пред алтарем, и шед прежде, примирись с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой. Матфея 5 глава 23-24 стихи. А мы приступаем к алтарю, враждуя друг против друга, явно и тайно. Бог столько печется о нашем примирении, что допускает и жертвоприношению своему оставаться несовершенным, и службе прерваться, только бы мы прекратили вражду друг на друга и гнев. А мы так мало обращаем на это внимание, что на гибель себе питаем вражду в продолжении многих дней. Христос наказывает не только злопамятных, но и тех, которые, освободившись от этой страсти, не брегут об оскорбленных ими братьях. Так как помнить это свойственно зло обиженным, а тот, кто обижает, может и не предаваться этой страсти. Поэтому Христос и повелел последнему идти к первому, показывая, что большему против первого наказанию подлежит тот, кто дал корень греху. А мы этим не вразумляемся, но оскорбляем братьев и за малость, потому что будто бы не только ничего худого оставляем без внимания и забываем обиженных нами и даем вражде продолжаться долгое время, не сознавая, что понесем тем большее наказание,
чем больше дней попустим продолжаться неприязни. Так за это самое. И так потому, что и примирение потом становится для нас более затруднительным. Как тогда, когда дружба связывает нас. Ничто не может легко произвести разрыв между нами. И даже быть принято с доверием. Так тогда, когда вражда овладевает нашими душами, желающие поссорить нас, большую частью легко и удобно успевают в этом, потому что мы тогда доброму не верим, а верим только худому. Посему Господь повелевает нам оставить дар пред алтарем, наперед примириться с братом, дабы мы знали, что если в это время не следует отлагать примирение, тем более в другие времена. А мы внешние признаки удерживаем, от самой же истины удаляемся. Пред принесением дара приветствуем друг друга, но делаем это большую частью только языком и устами. Но Господь хочет не только этого, а того, чтобы мы давали ближнему лобзание от души и приветствие от сердца. Это и есть истинное приветствие, а то ложь и притворство. И кто так целует ближнего, тот скорее прогневает, чем умилостивлит Бога. Он требует от нас, Господь, искренней и крепкой дружбы, а не такой, которая имеет у нас часто вид и признак дружбы, а силу вовсе утратила, что самое и служит доказательством господствующих у нас беззаконий. За умножение беззакония, говорит Господь, иссякнет любовь многих. Матфея 24 глава 12 стих. А это делаем мы, люди, которым повелено не гневаться, не иметь врагов. А если и случится кого иметь, то только на день. Солнце, говорит апостол, да не взойдет во гневе вашем. Ефесянам 6 глава 26 стих. А мы и на этом не останавливаемся, но строим козни друг против друга. И словами, и делами угрызая и поедая своих сочленов. Что свойственно явному умоиступлению. Ибо поэтому особенно мы узнаем враждующих и страждущих неисцеленную беснованием и сумасшествием. Что же сказать о законе касательно соперника, нечистой похоти, бесстыдных взглядов, безумной и гибельной любви? Здесь правое око и правая рука, Матфея 5 глава 25-30 стихи, указывают нам ни на что другое, как на любящих нас со вредом для нас. А закон касательно развода с женой, кем бы ни был, часто нарушаем и... Так, это уже лишнее все. Господу нашему слава во веки веков. Аминь.